Стихотворение Пушкина, песни Высоцкого и разговор по душам. В Самаре в рамках 15-го фестиваля документального кино «Соль земли» прошел творческий вечер заслуженного артиста России Сергея Маховикова. В Большом зале кинотеатра «Художественный», где проходило выступление режиссера, практически не было свободных мест. По словам Сергея Маховикова, его главной целью было именно общение с гостями культурного мероприятия. Общение всегда самое ценное, что у нас есть. Как можно переоценить общение с друг с другом, да? Наши замечательные легендарные кухни, либо встречи на квартирниках, либо в больших концертных залах. Это все общение. Нужно общаться. Вот и все. За свою долгую творческую карьеру Сергей Маховиков выступал в самых разных амплуа. Актер, режиссер, сценарист. Под его руководством снимались такие фильмы, как «Заблудившийся трамвай», «Ловец», «Слепой», «Тихая застава». В качестве актера работал в 60 фильмах и театральных постановках. По словам зрителей, встреча с артистом поспособствовала тому, чтобы зарядиться позитивной энергией. Встреча очень душевная, интересно рассказывает истории, красивое исполнение песен. Вот. Вообще, встречи творческие на кинофестивале «Соль земли», они особенные, они очень наполняющие, и исполняются песни, которые западают прям в самое сердце. Очень приятно находиться и чувствовать энергию зала. Зал поддерживает артистов и всех спикеров. Очень приятно. Фестиваль «Соль земли» продлится до 25 ноября. Его учредитель – Поволжский общественный историко-культурный фонд. Поддержку оказывают региональное правительство, администрация Самары и клуб почетных граждан губернии. Мероприятие призвано объединить лучших сценаристов и режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Сербии и ряда других стран. В программу фестиваля вошли 55 киноработ, которые отобрали из 500 заявок. Также продолжаются и встречи с известными артистами. Сегодня вечером специальным гостем фестиваля станет кинооператор, лауреат государственной премии Сергей Астахов. Александр Кочетов, Николай Епифанов, «События».